Все, мы прибыли в Москву. Я, конечно, поищу Сочи, но как будто бы пока в глаза не бросилось, не видел. Вот это коллекция. О, еще и советскими деньгами, и советскими значками. Двадцатое мая в Москве. Отель «Катюша». Тут недалеко ВДНХ, поэтому мы и здесь. Одуванчики только цветут, кстати. Мы ехали по Ростовской области и Воронеже, там уже отцвели, уже пушистиками стоят. А здесь яснотка цветет. Одуванчики. Сирень цветет. Конец мая. Конец мая, она здесь только цветет. И машина из Краснодарского края, прям перед входом в отель стоит. Ну надо же. Фантастика. С одной стороны цветущие одуванчики, яснотка. С другой стороны у нас соборы, старое кладбище. Вообще класс. Вот это да. Такой вкусный запах стоит. Так необычно. Мне кажется, у меня в детстве все спички были с изображением музея из Калуги и вот ракетой на ВДНХ. А у вас? Станция Минская. Одна из новых веток, новые составы ходят. Станция Киевская московского метрополитена. Одна из самых красивых станций, которые я видел. Фантастическое украшение каждого элемента этой станции. Богатые мозаики, сахарная свекла, отжим масла. Станцию. Сейчас людей пропустим и поедем дальше. Ленинская Искра. У меня есть реплика этой газеты «Пушкин на Украине». У меня есть реплика этой газеты, сделанная за 1912 год, 15 апреля. Переяславская Рада.
Чуть-чуть осталось. Вот он, батискаф Мир 1, который вот с помощью вот такого манипулятора поставил флаг России на дно Северного Ледовитого океана. Фантастика. Фантастика. Модель какой-то, конечно. Винт задний, по-моему, еще быть должен, судя по всему. Ну да, чего-то здесь нет. Мы нашли инженерные недоработки. Это российская привычка. Это мелочь. Отсутствие, да, главного винта. Мы стараемся ее наполнить книгами, не просто вот такие новые, типа Арктика, наше все и все подобное. А что-то действительно интересное. Вот, например, у нас тут есть. Книга Амундсена, 1920-е годы. Северо-западный проход. Плавание на судне. Вот это да. А, хочу еще найти книгу. Есть какую? Чью? Папанина? Да. Причем Папанина, по-моему, у нас их было две вообще. Три точнее даже. Папаня. Да, Папаня здесь лежит. Может подать? Вот это вот. Темная. Да, вот, это она даже. Да. Да. Жизнь да. На льдине. Жизнь на льдине. Папанин. 1938. То есть только они вернулись и сразу издано. Это тоже все можно посмотреть, потрогать. Смело. Спасибо. Причем у них книги, получается, вот есть в синем переплете, а есть в коричневом переплете. И я не понимаю, в чем разница. То есть я не могу пока что в этом разобраться. Пока в этом есть. Да. У Артура Николаевича дома она в коричневом переплете. Абсолютно такая же, только коричневый переплет. А тут у нас две синие. Рабочий кабинет. Можно заходить? Конечно. А я вас. Ух ты! Ух ты! И она причем не боится ничего, но да нет, она просто оторвает эту машину. Да. Они просто обходят со стороны очень сильно. А медведи же это не всегда можно убить. Не могут убить. Не могут убить. Причем, слышали, наверное, мы можем на двойку, и просто мне... Да, конечно. Да, я совсем недавно вообще узнавала, как дела обстоят с ним. У него все хорошо, но любой стресс в его жизни, у него сразу отказывают задние лапы. То есть, поэтому он никогда больше не вернется в дикую природу, будет находиться здесь, в Москве. Он уже привык, кстати, к людям. Кира, кто там? Садись, придите, пожалуйста. Это такая коллекция белых медведей. Это еще мало, потому что дома еще, он еще. Уже все. Все не сказали, что ты пройдешь. Ему показалось, что его обманывают, и он с помощью своего, ну точнее да, он попросил помощи своего отчима. А отчим устроил встречу Артуру Николаевичу с директором училища. И вот Артур Николаевич приходит, заходит в кабинет к директору, фамилия у директора Кошкина, и говорит, что почему я хочу учиться на инженера, а вот... Это мы находимся сейчас в музее Юрия Сенкевича. Обалдеть, это мрамор. Представляете, какой медведь? Мраморный. Синие стены, зеркальный потолок. Глобус, такой же, как Дмитрий Артур Николаевич. И стоит сказать, что Артур Николаевич и Сергеевич это были лучшими друзьями. Да это не просто даже вот лучшие друзья. Тот кабинет, в котором мы с вами находились сейчас, это был изначально кабинет не только Челенгарова, но Челенгарова и Сергеевича. А только потом, спустя несколько лет, они поняли, что это жутко неудобно. И решили разъединиться. А глобусы покупали совместно. Чтобы и тут был. Причем этот глобус участвовал в программе «Клуб кинопутешественников». Далее. Еще и мы. Ага. Ну, так, на определенный момент
Сергеевичу сказали, что все прекрасно, программа у него замечательная, сказали в Останкино, угу. Где была сама студия. Все прекрасно, все замечательно, программа интересная, но есть куда более интересные программы, и им нужно место для того, чтобы снимать эти программы. Соответственно, сказали им то, что студию забирай и куда хочешь, туда и перевози. В Останкино больше студии не будет. И Сенкевич решил сделать студию здесь. Посередине стоял стол, стул, стекла не было. Тренога, это любимая была тренога, на которой как раз-таки снимали все выпуски, не все выпуски, а, может быть, что последние выпуски программы «Клубки путешественников». Все камеры. Единственное, что тут наполняемость была где-то на 50% больше. Если вообще посмотреть программу, то можно заметить, что у него шкаф просто ломился. У него было все завалено. Все наши планеты, в том числе Плутон. Видите, его разжаловали, но он пока здесь на памятнике на орбите вращается. И наша Земля. Огромный геоид. Макет планетной системы Солнца. Положение планет соответствует моменту запуска первого спутника. Представляете, какой интересный момент? Феноменальный. Сегодня 21 число. Всех поздравляю с Днем Полярника. Сегодня участники нашего клуба в Москве на событиях ВДНХ. Цветущие каштаны. Одуванчиков, тьма, море и цветущая сирень. Замечательно. Какие красивые оттеночки. Да? Очень необычно, да. Там как минимум раз, два, три. Три сорта. И здесь у нас памятник покорителям космического пространства. ВДНХ. Гигантская выставочная площадка. Выставка «Россия». Цветущие каштаны. Огромные павильоны. Тюльпаны привлекают внимание, естественно. Правда, там на входе их уже выкапывают. Видимо, все. Сезон закончился. Мы думаем сейчас над тем, чтобы у себя в Сириусе тоже провести выставку тюльпанов весной, а потом выставку хризантем. По-моему, будет прям, ну, неплохо, интересно. Волонтеры уже заняли свои места. Друзья, вы только посмотрите, какая потрясающая система озеленения. Мы тут с Танюшкой гуляли, на розарий наткнулись, там туда ближе к слову. Фантастика. Вот они, огромные колосья. Достижения народного хозяйства.
Ленин на входе встречает нас. Еще как? Детей привезли на экскурсию целыми классами. Сколько лепестков? Сколько лепестков? Сокровище гробницы Тутанхамона. Какие забавные коллизии. Вот он, павильон Е. И мы к нему тоже подойдем. Готовятся к открытию все павильоны. Тюльпаны, конечно, уже видите, все переросли, осыпали лепестки свои. Липы выглядят потрясающе. Волонтеры готовятся к рабочему дню. Один из самых ярких павильонов. Трдельники чешские. У нас когда-то они на Новогинской стояли. Очень вкусно готовили. Ребята прям старались. О! Волонтеры сейчас включатся в работу. Самое большое стекло в России. 11,5 метров. Представляете себе? 11,5. Павильон Космос. Павильон, ну это Атом. Павильон Атом. В Атом уже все, очередь стоит. Дом молодежи на ВДНХ. Аленка точно здесь окажется. С ее энергией совсем скоро. Здравствуйте, хорошего настроения. Здравствуйте, и вам тоже. Бизнес молодых.
Вот нам тоже так надо было сделать, с флажочком гулять. Все напечатано на 3D принтере. Ух ты! Как будто Суздаль. Это невероятно. Новые регионы. Это готовые проекты, просто готовые проекты культовых сооружений. Атриум красиво выглядит. Отсюда выставка Сириуса. Чудесно. Главный золотой запас России – это люди. Да. Всем привет, друзья! Сегодня 21 мая. 2024 год. Мы находимся на улице Новый Арбат. И сегодня завершились события, связанные с празднованием Дня Полярников, Ассоциации Полярников. Я сейчас спокойно уже, абсолютно. Нет ни одного дедлайна. Просто наслаждаюсь, двигаюсь по Москве. Иду в сторону метро. Воспользуюсь сегодня именно метро. Мы целый день сегодня ходили пешком. Мне кажется, я за несколько дней, друзья, перевыполнил план по шагам раз в 5-7, если не больше. Очень необычно. Весна, Боско. Телефон в буквальном смысле просто садится уже за несколько часов. Количество звонков, фотографий, видео, которые снимаем, пересылаем друг другу, зашкаливает. Сегодня были на ВДНХ с утра. Увидите, конечно, это видео отдельно. Восторг полный. С погодой сегодня сказочно везет. Вообще-то, по расписанию, сегодня должен был быть ливень. И в Подмосковье он даже прошел. Однако в самой Москве чудесная погода, где-то в середине дня чуть-чуть накрапывал дождь, прям совсем чуть-чуть. И все. Это вся природная аномалия, которая случилась. Еще висят украшения с праздником Великой Победы. Погоде, конечно, радуются и москвичи, и гости столицы. И я, честно говоря, мы увидели цветущую сирень в невероятном количестве. Мы увидели цветущие каштаны в просто феноменальном количестве. У нас их там столько. Я просто в восторге. Вот, а сейчас детей заберу. Поедем с ними погуляем. Хочется увидеть Москву вечернюю. Вчера мы поднимались на башню Федерация. Тоже полный восторг. Главное, все успеваем. Это восхитительно. Прогулка по ГУМу закончилась покупкой сувениров, естественно.
Мы еще ни разу не уезжали отсюда без каких-нибудь сувенирчиков из главного магазина Москвы. Людей почти нет. Особенно Никольская улица. Особенно у нас в России. Да. Вот, кстати, много кто этим увлекается. Особенно тем более в Москве. Ну, логично, да. Слушайте, 22 часа, а на площади людей как будто бы 9 часов утра. Видимо, все метро работает сейчас на площадь. Здесь реально тысячи людей. О! Звуки курантов. Ночная площадь. Ночь. Удивительно, но это самая большая средневековая крепость, сохранившаяся в идеальном состоянии во всей Европе. Вот мавзолей только добавили. Дом Советов. Когда-то украшал 3-рублевую банкноту в Советском Союзе. Сейчас подойдем к Лобному месту и к собору Василия Блаженного. Людей, конечно, кого-то как будто правда действительно день. Так а что не так уже поздно? Ну все же. ГУМ сияет. Всем привет! Сегодня 22 мая 2024 год. Мы гуляем по Москве. Ракетный бульвар. Недалеко от ВДНХ. Какой шиповник! Сколько одуванчиков! Это просто, ну, невероятно. Мы практически в центре города, но... Возможно, москвичи с этим не согласят, но здесь до метро 5 минут.
Обратно, правда, по лесенке 7. И все. И ты через две станции, Алексеевская, Рижская, и ты уже на Кольцевой. То есть все, вот уже вся Москва перед тобой. Логистика феноменально простая. Сирень цветет. Мы вчера были на выставке на ВДНХ, мы увидели, что здесь больше 20 видов сирени. Просто невероятное биоразнообразие. Ну, в Сочи сирень растет плохо из-за климата. О! Опылители. А сегодня, конечно, восхитительная и погода, и место. Обратно пойдем по той стороне, чтобы сиренью подышать. Здесь везде запах сирени. Это сказка. Ты идешь, вдыхаешь, вот она. Фантастика. Сегодня, кстати, день биоразнообразия, поэтому сегодня у нас не просто прогулка. Гуляем, наслаждаемся. Как она пахнет. Везде птички. Гнездышки вьют. Мы попали на феноменальное время цветения. Тюльпаны. Надо найти будет 5 лепесточков. И съесть. Детская площадка. Вот так гуляли-гуляли. И на тебя голубятня. Там голубей тьма. То есть кто-то занимается этим. Обалдеть. Еще и со своим участочком. Очевидно, про него видео снимают. Может, он даже свой канал ведет.